Привет, друзья. Значит, вебинар у нас будет 9 числа, это четверг, 21:30. Ну, могу пообещать, что будет прекрасный вебинар, очень полезный, практически полезный, нужный, как я и говорю, всем и каждому, потому что там будет впервые в мире. Да, впервые в мире объяснено, как соединять несоединимое, чтобы все пазлы сходились, чтобы все методы мира, связанные с самосовершенствованием, с разгрузкой, с расслаблением, с выходом из стресса, с развитием творческих изобретательских способностей и качеств, с развитием человечности в едином целом, чтобы вы сразу могли получать. Да, для этого вебинара мне надо было столько лет думать. Я же не знал, что я буду этот вебинар проводить, и для этого я столько лет думаю. Нет. Просто методы всегда являются продолжением самого человека. А сейчас пока маленький коллективный разум. Видите велосипедиста? Это в честь Надару Беридзе. Веломарафон вокруг света, несущий добро. Посмотрите, пожалуйста, и подскажите, что там подправить, что убавить. Бороды там нету у Надара. Ну, может быть, я и не помню, он тогда пришел ко мне с бородой или без бороды. А вы подскажите, вы же смотрели. Да, и вообще, смотрите мои ролики, потому что у меня много интересного бывает. Потому что мне даже сказали, так как я разговариваю, как я веду свои занятия, встречи, микролекции вот такие вот, даже объявления такие, ну там есть какой-то легкий такой шарм, такой дающий силу, дающий такое включение, дающий и такое вдохновение, и такое озарение, да, все это там совмещается в одном. Ну, наверное, в каждом из нас есть это. Но есть у нас две стадии мышления оптимального. Это когда мы находимся в бодрствовании, о котором я говорил в прошлых роликах, и в моей модели работы мозга, обычное состояние. Это оптимальное состояние для принятия решений, выбора решений. Потому что много конкурирующих доминант между собой, они конкурируют. Энергия мозга поэтому распределяется на всех на них, и нет ни одной той, которая влияло бы на организм, а это защита нашего организма, гомеостаза, который работает на автомате, независимо от того, о чем бы вы ни думали. С одной стороны, позволяет думать о разных вещах, о чем вам думается. И в то же время организм защищен от влияния психики. А трансовое состояние – это когда одна доминанта, она за нас все решения примет. Влюбились вы или утрата, или горе другого типа, и вы погружены, вы там в трансе, в гипнозе. Это фиксация внимания. Там, где сознание, мы там и переживаем. И чтобы нам решить какие-то вопросы, надо выйти оттуда. Это по теореме Гёделя, по математике, я уже говорил. Так вот, интересная штука. Я изобрел ключ. Каким образом? Я понял, что надо разделить эти стадии между собой. В обычной стадии человек принимает решение, размышляет, что он хочет получить с помощью транса. Да, входит в трансовое состояние, и там это получает. Разделил это. Поэтому ключ первый самый, давно-давно, в 90-м году, который вышел в книге, и о котором еще раньше писали «Известия», «Правда», «Социоиндустрия», и «Совершенно секретно»,
и «Наука и жизнь», и «Медицинская газета», и многие-многие газеты, все газеты страны, и много журналов, и в электронной промышленности, и, ну, много-много это было. Сейчас что вспоминать. Это просто на всякий случай хочу освежить в памяти. Чуть-чуть хотя бы. Так там это было разделено. Человек в первой части ключа формулировал задачу, что он хочет получить, какой результат, который без транса получить невозможно. Но есть такие задачи, которые обычным способом вы решить не можете. Вот он формулирует задачу, потом входит в транс, и там не мешает всему организму, всей сфере бессознательного, подсознания, включиться на решение этой задачи. Да, и в заданное себе время выходит, как таймер, оттуда, из этого состояния. Но для этого мне надо было человека, чтобы научить погружать в гипноз, там ему это внушить, как постгипнотическую программу. И потом он сам туда входил и сам выходил, решив эти задачи, и там чувствовал себя превосходно. Они могли быть и оздоровительные задачи, и всякие творческие, разные, вплоть до решения задач по математике. Ну вот я вспоминал, сколько в жизни прошло у меня событий. Вспоминал случаи с гипнозом. Почему я потом решил все-таки синхрогимнастику создать? Потому что не все люди легко попадали в гипноз из-за тревожности, из-за блоков и различных настроенностей внимания. Но не все могли попадать, чтобы решать эти вопросы по ключу. И поэтому я тогда, понаблюдав за природой, за людьми, как они делают, что делают, когда они находятся в стрессе, чтобы выйти из стресса, какие делают инстинктивные действия, потом смотрел различные физкультурные упражнения, в конечном счете создал синхрогимнастику, которая уже не зависела от того, ну, гипнабельный человек или не гипнабельный. Любой человек делает синхрогимнастику, снимает нервно-мышечный зажим, раскрепощается, выходит на состояние бодрствования, уверенности в себе перед экзаменом, перед поднятием штанги, подключает синхрогимнастику к любым урокам, любым тренировкам, по всем другим методам, пожалуйста, подключайте. Вот. Тогда я придумал синхрогимнастику, но метод ключ, в принципе, синхрогимнастика, которая состоит из классических 5 упражнений, которые в учебнике по физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева туда поставили уже. Она все-таки состоит еще из ключа, который там нет в учебнике, который я вам даю. И вот на вебинаре я вам буду давать ту часть, очень интересную. И вот скажу какую. Я когда вспоминал свои случаи в жизни, связанные с гипнозом, я вспомнил, что когда я работал, ассистировал Феликсу Заху, в зале было у него не меньше 500 человек всегда, иногда и 1500, но разные были группы. Зах был выдающийся гипнотизер, тут слов нету. Феликс Зах, что вы, афиши по городу, о, Феликс Зах, ну что вы. И вот случаи, когда, значит, в гипноз люди попадали, там он их выводил, он проверял их тестом, он им говорил, что сплетите руки так, чтобы пальцы переплелись, и считал до 15, и они у вас не разомкнутся, и считал, и говорил, и они потом не могли разжаться. У кого не разжали, сидите к нам на сцену. И выходило там 30-40% людей из этого зала на сцену. Вся сцена, оказывается, так много людей легко попадает в гипнотическое состояние. Так вот вопрос в том заключался, что он потом им говорил, танцуйте или там полезайте на деревья, рвите вишню или там собирайте абрикосы, и они лезли по деревьям мнимым. И там я увидел девушку, которая так вдруг стала танцевать, ну так просто невероятный танец.
Ну, танцевала, танцевала. Она была в сомнамбулическом состоянии и так танцевала. Ну, просто сама музыка, сама волна, сама пена, само небо. Это просто было загляденье смотреть, как она танцует. Потому что очевидно было, чтобы так специально человек не может танцевать. Ну, потом она несколько раз у меня была в гостях, и когда я ее тоже погружал в гипноз, и говорил «танцуй», она тоже так танцевала. Так вот, в синхрогимнастике люди выбирают себе там какие-то движения, я бы ей сказал «делай танцевальные», она бы опять попала бы в транс. Обратите внимание, следите за мыслью внимательно, потому что я сейчас говорю очень важные существенные вещи. Так вот. Если человек подбирает себе разные движения и вдруг выходит на то, которое синхронно с его состоянием текущим, с его конституцией, с его настроенностью, ну, в данный момент, когда он это делает, подбирает разные движения, вы это знаете, принцип подбора путем перебора по методу ключ, по критерию максимальной комфортности, это значит совпадает с вами 100%. Так ей бы, вот она бы делала, вот перебирала разные упражнения, я бы сказал, танцевальные перебирая, она бы попала на этот танец, и опять бы она опять попала в транс. Понимаете, да? А другой, когда греблей занимается, там, третий, когда на коне скачет, когда моделирует, это элементы ключ 2. Моделирование действий, которые вы когда-то в жизни делали, в детстве или в юности, когда вы их имитируете, вы тоже попадаете в транс. Так вот, я когда размышлял над этим, так надо было бы мне додуматься тогда, я же не мог тогда додуматься, это же было сколько, 50 лет назад, то это полвека прошло. Полвека прошло, вы что? Как я мог тогда додуматься? Это я сейчас все соединяю. Значит, если бы она сейчас пришла ко мне, эта дама уже такая взрослая, пришла бы ко мне и сказала, я хочу помолодеть, я хочу быть такой, как тогда, 50 лет назад. Да, я бы сказал вот что. Ну-ка, вообрази себе задачу. Ты же хочешь помолодеть? Да, помолодеть хочу. А теперь давай станцуй. И она бы начала танцевать, и она попала бы в транс, а в трансе вот наша установочная задача, такая же доминант, она начинает распространяться по телу, генерализуется. У доминанта есть особенность. Она отключает все конкурирующие сигналы и распространяет свое влияние на всю систему психофизиологических процессов, на работу всех органов и систем организма. Да, на наши эмоции, на наши мысли, на наши эндорфины, серотонины и прочие группы, которые формируют нам молодость. Драйв молодости, хорошего настроения, заменителями которого является химический алкоголь. Так вот, она бы у меня помолодела. А пришел бы ко мне математик, который хотел бы мне сказать, допустим, что он не может никак закончить докторскую диссертацию. Там надо сделать несколько таких решений, уравнений каких-то там, теорию как-то полностью сформулировать. Да, я бы ему сказал, подбери какое-то свое движение, выйди на это состояние, и там перед этим подумай, чего же ты хочешь. Диссертацию закончить, да? Ну подумаешь, а ты хочешь диссертацию, ты же над этим каждый день думаешь, сидишь. Да. Вот вспомнишь, что ты делаешь, потом ты выбираешь движение, попадаешь в транс. Короче говоря, и там у тебя начинается обслуживание этого вопроса, всей природой твоего бессознательного и подсознательного. Вся природа Вселенной тебе там помогает решить твой маленький личный вопрос, как закончить твою диссертацию. Там тебе помогает Вселенная. Да, я сейчас не все сказал как надо, но я, так говорится, крупными мазками, как по холсту, как большой художник, а вы тоже со мной сейчас художники, поэтому еще раз, пожалуйста, советы давайте, потому что
Видно ли там, что это летящий велосипедист? Видно ли там, что там у него как бы даже крылышки, как у ангела? Но это не подумайте, что я вас сейчас навожу на это, индуцирую, как говорится. А просто обратите внимание, я обращаю ваше внимание, потому что там, где внимание, там и сознание. Да, и подумайте, напишите мне комменты. Итак, у нас вебинар будет 9 сентября в четверг, 21 час 30 минут. Готовьте зумы, выходите, зум там будут сброшен. Как туда выйти в зум? Да. И будете задавать мне вопросы. Любые, какие только в голову придут. А я тот человек в этой части вопроса, о которой я говорю, просветленный. Потому что я там могу ответить вам развернуто на любой ваш вопрос, на который я не могу в личке отвечать и по телефону отвечать, а там в Зуме могу. Там формат такой. Поэтому держитесь за этот вебинар, ждите его. Цепляйте за эту возможность, друзья, это будет потрясающе, я вам обещаю. Да. Это будет здорово. Потому что после вебинара вы будете писать там мне отзывы специально, потому что у нас там есть обмен опытом. Потому что ваш отзыв – это не похвальба, а это констатация факта, который произойдет у вас в решении ваших задач и проблем, которые вы обычным путем пытаетесь решить и не можете. А после вебинара сможете. До встречи!